Здравствуйте, дорогие друзья! Мелбет Первая Лига приглашает вас в славный футбольный город Саратов. Да, здесь сегодня прохладно, да, вчера и вовсе в Саратове прошел снег, но все оттаяло, все согрелось, потому что сегодня здесь футбол. Сокол принимает тольяттинский Акрон. На расстановке, вернее, одной команды другой. Ну что ж, поехали, друзья! Сокол против Акрона, Мелбет Первая Лига, лучшая лига мира. Тур под номером 16. Очень эмоционально говорили. Данилин на этот раз навешивает, будет удар, нет, есть скидка и гол! Гол, 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 Акрон открывает счет! Кстати говоря, болельщиков Сокола, ну а мы смотрим повтор эпизода. Там вдвоем даже футболисты Акрона на этот мяч прибежали. Большой привет защитникам, но, по всей видимости, именно Чудин. Обратный пас на Юшкова, может отсюда пробить, что и делает 33-й номер, кстати, неплохо получается, и будет на добивание, и снова здесь Волков. Давайте смотреть. Метров 25 до ворот стреляет Ежков. А теперь, наверное, будет удар. Волков не очень уверенно, но здесь никого рядом. Волков сейчас просто не рисковал, как мне видится. Потому как мяч мокрый, скользкий, продолжает в Саратове лить дождь. За ее пределы здесь футболисты Акрона друг другу помешали. Но, возможно, теперь состоится удар. Нет, подача. Здорово, Косаревский играет. Значит, мы еще немного футбола в первом тайме посмотрим. Придется мне сделать паузу, потому что атакует Акрон и будет удар. И Косаревский как раз в игре, но это для него разминка. А в Саратове на Локомотиве, напомню, синтетика. Ох, трикошет, какой предательский Косаревский все-таки реагирует и отбивает. На этой синтетике, конечно, довольно непросто комбинировать, а делать это очень и очень любят футболисты Акрона. Ну смотрите, все-таки Макаров и неплохо ведь пробивает. У Сергея Макарова есть довольно грустная история из премьер-лиги. Даст ли Сокол сегодня возможность Андерсу станцевать? Хороший удар Волков на чеку. Будет ли добивание? Оно есть, но мяч попадает в футболиста. Ну вот, вот то, чего так хотят трибуны. Да, 3 минуты. Галкин, Галкин как обыгрывает, пробивает. Но здесь блокирует его удар. И... удар! Нет, на месте Волков. И, наверное, слишком громко я сказал. А нет, опустит его на газон для начала. 1-0. Звучит финальный свисток. Фиксируем победу Акрона. 4-ю подряд для команды Евгения Калешина, которая теперь набирает 30 очков.